Итак, новости. В ноябре красноярцев ожидает подорожание проезда в городском транспорте. Этот вопрос практически уже решен, поскольку сегодня правительство приняло новую методику формирования тарифов на пассажирские перевозки. Минтранспорт уверяет, система повысит, наконец, качество обслуживания в автобусах. Перевозчики же говорят, все будет как раз наоборот. Все подробности в моем материале. В настоящей методике отражены все затраты, которые необходимы для включения в тариф на перевозки, для того, чтобы перевозка была, самый главный акцент, качественной. Качество – вот к чему приведет новая методика формирования тарифов на пассажирские перевозки, уверяет министр транспорта края. Последний раз система расчетов ведомства разрабатывала в 2006-м. Естественно, она устарела и не позволяет объективно оценить, сколько же должен стоить проезд в красноярских автобусах. Теперь же все разложено по полочкам, говорят специалисты Минтранспорта. Методика не позволит перевозчикам надувать щеки. Методика как раз формирует тот норматив, который необходим для обслуживания одного конкретного автобуса, ну, соответственно, либо парка автобусов. Министр заверил, разрабатывали методику вместе с перевозчиками, и якобы она всех устраивает. На что предприниматели говорят, да, обсуждали вместе, но власти вынудили их принять систему такой, заявив, либо так, либо будет по-старому. А это, как известно, перевозчиков не устраивает. Еще в августе они предоставили властям расчеты по старой схеме, чтобы доказать, что их затраты превышают доходы. На 10 сентября маршрутчики ответ так и не получили. Очевидно, он прозвучал сегодня. Данная методика, она в коем случае не улучшает качество, а все-таки ухудшает качество перевозки. Приняты те коэффициенты, которые для расчета тарифа предусматривают, скажем так, наполняемость маршрута очень высокую. То есть, соответственно, это 5-8 человек на квадратный метр. Для повышения качества в других регионах этот коэффициент, наоборот, понижает, говорит предприниматель. Ведь комфортнее, когда в автобусе меньше пассажиров. И надо учитывать нагрузку на транспорт, а не стремиться его забить до отказа. Новая система, уверены перевозчики, лишь законодательный барьер для повышения тарифов. Минтранспорта же говорят, уже на стадии разработки методики. Понятно, что повышение цен на проезд будет, но незначительное, отметил министр. Точные расчеты будут через месяц. Гульназ Галямова, Владимир Цуканов, СТС Прима. Новости.